С 2023 года чиновники и депутаты не публикуют свои декларации о доходах и имуществе. Мы решили узнать у жителей города, а какую зарплату заслуживают за свою работу мэр Вадим Кстенин и губернатор Александр Гусев. Вы считаете, какую заработную плату заслуживает мэр и губернатор Воронежа? Чуть-чуть побольше, чем моя. Чуть-чуть побольше. Я думаю, мы должны жить на одном уровне. На уровне нашего рабочего класса. Ну это какая вот? Да 25, что ли, или 15. А почему? Да потому что бедные вкалывают и токаря, и слесаря, а зарплат копейки. Ну как вам сказать, средние. Ну плюс-минус, это 50 тысяч. Да, 50 тысяч. 50 тысяч. Достойно, да, да. За свою работу. Да, потому что он не помогает. В каких сферах он должен помогать? Здравоохранение. Хорошо. И жилье. Как у меня, полтинник. А почему? Да, почему нет? Вот так вот вы оцениваете работу. Да. Ну, они получают где-то около 400 тысяч. А я лопатой на стройке машу. Неофициально. Лучше поменяться местами. Вот сколько бы вы хотели получать, вот, находясь на месте губернатора? Сложно сказать. Не, ну, конечно, у них там ответственность, я понимаю. У них там... Я не знаю, он там, наверное, тоже с утра до ночи там в делах. Не знаю. Просто как-то простые люди выживают. Ну, судя вообще по инфраструктуре, дорогам в Воронеже, он что-то делает вообще? Просто очень много жалоб. Ну, жалоб много, народу много, но я думаю, что тут что-то делается все равно. Он там на месте не сидит. Но в 50 тысяч вы оцениваете его работу? Ну, может, 100. Это 50. Предел. Предел, да. Боже мой, я никогда не думала. Ну, просто вот сейчас навскидку. Как вы оцениваете их работу? Судя по Воронежской области. В месяц. Официально, я вам подскажу, 400 тысяч они получают. Но достойны ли они такой зарплаты? Ну, определенно, заработная плата должна быть больше, чем у среднестатистического жителя Воронежа, потому что этот человек, ну, эти люди стоят как бы во главе города, но может быть чуть поменьше, чем 400 тысяч. Ну, наверное... Почему? 200. Почему? Ну, потому что 400 – это в 10 раз больше, чем обычная зарплата. Вот, жителя Воронежа, наверное, 10 раз это слишком много. Как вы оцениваете их работу? Да вообще без понятия какая. Я что они делают? Ну, 1050 им достаточно. Ну вообще они 400 зарабатывают. Ну, вот это согласны? Много, нет, это много. Почему? Ну потому что людям не хватает. Пенсионерам нам вот не хватает. Я вот на зарплату получил 3000. У меня алименты вышли, мне жить не на что. Я думаю, 1070. А почему? Ну, чтобы наравне у всех было. Он так плохо работает? Не знаю, я не местный. Ну, вообще, судя по Воронежу, дороги, как вам? Очень просто много жалоб поступает. Очень много жалоб, потому что езжу на низкой машине, везде все цепляю, везде все, клочки, не клочки. Он должен наравне с простыми нами получать. 1070, это ну, предел. Да. Не, ну, может, побольше, там, премия какая-нибудь. А премия за что? За что вы выбрали? Ну, если дороги сделаете. Не больше. У нас получает БСМП. Вот так, так, так. Ну вот я вас спрашиваю, 1015 получает. Ну вот если бы он на 15 тысяч прожил бы, вот, и мы бы тогда посмотрели, сколько было бы для людей достаточно. Я вот так вот, мне кажется. Я думаю, просто что... они там, по-моему, сидят выше, чем они нас особо не замечают. У них свои расценки, у нас свои расценки. Нам, например, для жизни там 1060-70 для семьи нам весь хватало заработать. У нас короче, таких не больше 50. Нет, хорошо, спасибо большое за ваше мнение.